you mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم Мир вам, милость Аллаха и его благословение. С именем Аллаха и хвала Аллаху. И да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха. Да благословит Аллах и приветствует его, его жен, сподвижников, последователей и тех, кто последовал за ним. А затем, братья мои в Аллахе, сестры мои в Аллахе, воистину, я люблю вас ради Аллаха. Я прошу Аллаха всегда собирать нас вместе в этом мире на повиновение Ему и в Ахирате, в обители Его щедрости, собрать нас вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучниками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Любимые братья и сестры в Аллахе, мы продолжаем наш разговор на тему, которую мы начали освещать еще три передачи назад. Эта тема называется «Ошибки, которые совершают женщины». Это наша четвертая встреча под названием «Ошибки, которые совершают женщины». Мы говорили о многочисленных ошибках, которые совершают наши сестры, матери, жены и дочери в сфере акиды вероубеждения. Затем я говорил об ошибках женщин в сфере супружеских отношений. Ошибкам в семейной жизни я посвятил две передачи. В этот вечер, в эти благословенные минуты, я кратко расскажу то, что осталось досказать по этой теме, так как я не люблю многословия и не хочу, чтобы нашим сестрам стало скучно. Несколько женских ошибок в этой области. Самая большая ошибка женщин, по моему мнению, это невежество в вопросах религии и отказ от изучения шариатских наук, отказ от Корана, отказ от изучения сунны, отказ от религиозных уроков, отказ от получения знаний о религии Всевышнего Аллаха. Это самая большая ошибка который на самом деле совершает мужчины и женщины. Пророк, да благословит Аллах Его и приветствует, говорит Хадисе, который привел муслим и другие. Требование знаний обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Требование знаний обязанность. Коран заполнен многочисленными аятами, доказывающими достоинство знания, Получение знаний, достоинство ученых и тех, кто занимается да'ватом, призывом к Аллаху. Так поспеши же, уважаемая сестра, поспеши, достойная мать, поспеши, благочестивая дочь, получить знания о религии Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и приветствует, говорит в достоверном хадисе. Аллах наставляет религии того, кому Он желает блага. Того, кому Аллах желает блага, Он оставляет в религии. Начни заниматься Кораном. О Раба Аллаха! Учи его наизусть, изучай, действуй согласно Корану. Ведь Пророк, мир ему благословение Аллаха, говорит в достоверном хадисе. Лучший из вас тот, кто изучил Коран и научил Ему других. Лучший из вас тот, кто изучил Коран и научил ему других. Я печалюсь, когда вижу девушку, получившую высшие дипломы по мирским наукам, имеющую степень лицензиата, магистра и иногда даже докторскую степень, и вместе с этим она не может правильно совершить омовение уду. Это беда. Она говорит обо всем, что касается Дуни, как попугай. Если же ты спросишь ее о прописных истинах религии, то увидишь, что она ничего не знает. И нет мощи и сил ни у кого, кроме Аллаха, высокого, великого. Требования, знаний, обязанность. Обязанность бывает индивидуальная и коллективная. Женщине необходимо. Я говорю, ей необходимо изучить фих, касающийся ритуальной чистоты. Женщине необходимо изучить намаз и его ахкамы. Ей нужно изучить сиям, уразу и его ахкамы. Прежде всего прочего, ей необходимо выучить правильную акиду. Всевышний Аллах сказал, «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, знай же, знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех». Знание должно быть прежде слов и дел. Тебе необходимо изучить правильную акиду. Тебе необходимо выучить намаз и его ахкамы, вопросы ритуальной чистоты и уразы. Тебе необходимо знать ахкамы, одежды мусульманской женщины, хиджаба. Как выглядит то, чем доволен наш Господь? Я скажу, что самая большая ошибка, которую совершают женщины, это отказ от Корана, отказ от Суны, отказ получать знания о религии Всевышнего Аллаха. Сейчас знание зашло в каждый дом, и хвала принадлежит Аллаху. Проповедники стали останавливаться. Проповедники стали гостями людей в их домах. Дорогая сестра, Какие трудности постигают тебя при получении знаний? Тебе достаточно нажать на клавишу, и ты сможешь слушать лекции по ахиди, лекции по Тавсиру, толкованию Корана, лекции по Соне и Бире, нововведениям, лекции по фирху продаж, лекции по вопросам брака, лекции по самым разным темам. Эти каналы увеличивают твой спрос перед Аллахом. Так начни, о раба Аллаха, изучать религию. Вторая из ошибок наших сестер ⁇ оставление Намаза или задержка Намаза до тех пор, пока не выйдет его время. Господь Миров говорит, каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны. В райских садах они будут расспрашивать друг друга о грешниках. Что привело вас Сакар? Сакар — одно из названий ада. Что привело вас Сакар? Что привело вас в огонь? Они скажут, мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Первый пункт в списке преступлений — мы не делали намаз. Одна из главных причин, по которым раб оказывается в огне — оставление намаза. Почему ты не делаешь намаз раба Аллаха? Это одна из самых ужасных ошибок. Почему ты делаешь намаз, но иногда откладываешь совершение намаза, пока его время не истекает? Ради чего? Ради домашних дел. Нам нужно постирать шейх, вытереть пыль, приготовить еду. Я занята детьми. Такая женщина объединяет дугар намаз с асром и асар с магрибом. Магриб с айша. У меня еда на плите. Как я буду делать намаз? Еда подгорит. Она откладывает намаз по ничтожнейшим причинам, из-за домашних дел, из-за приготовления еды, из-за того, что она сидит с подружкой или гостей, из-за того, что она наложила макияж на лицо, а омовение у нее нарушилось. Ей надо будет делать вуду, мыть лицо, макияж испортится, потом его надо будет опять накладывать, и она говорит «потом, потом». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит в хадисе, переданном Ибн Хиббаном. И этот хадис достоверен. Если женщина совершала пять обязательных намазов, держала уразу в месяц Рамадан, оберегала свое целомудрие и повиновала своему мужу, в судный день ей будет сказано, «Войди в рай, через любые врата, через какие пожелаешь». Аллаху Акбар. Мало дел, но великая награда. Дела незначительны, а воздаяние за них огромно. Если женщина будет делать пять намазов, обязательно намазы днем и ночью, их пять, если будет держать уразу в Рамадан, не будет делать прелюбодеяние, то есть будет оберегать свои половые органы ото всех, кроме ее мужа, будет повиноваться своему мужу, то есть в благом, ей будет сказано, зайди в рай, через какие врата пожелаешь. Третье. К ошибкам наших сестер относятся ошибки, допускаемые при совершении омывения. Когда вода должна попасть на ногти, но не может этого сделать при наличии маникюра. Они красят ногти а потом делают поверх них омовение по незнанию. Они не знают, что лак препятствует прохождению воды к ногтю. То есть, когда женщина хочет сделать омовение, она должна смыть лак с ногтей. Если же ты не смоешь лак, то твое омовение будет недействительным, потому что лак препятствует прохождению воды к ногтям. Так нельзя. Знай это, о раба Аллаха. Еще хуже, чем это, когда женщина совершает полное омовение после осквернения, надев себе на голову шапочку для купания. Это такой резиновый пакет, который женщина надевает на голову. Она недавно вышла замуж, она укладывает свои волосы, сооружает специальные прически, а после этого входит в состояние осквернения. Ей необходимо сделать гусль, полное омывение. Чтобы прическа не испортилась, она одевает на голову пакет и делает омывение в нем. Гусль недействителен. Так его делать нельзя. Вода должна достичь волос, о раба Аллаха. Как минимум, ты должна вылить себе на голову три прыгрышни воды. Это как минимум. Это обязательно, о раба Аллаха. Также к ошибкам наших сестер в этой сфере относится то, что женщина не восполняет намаз, который она пропустила по причине того, что в тот момент у нее началась менструация или нефаз, послеродовое кровотечение. Ибн Бас, да помилует его Аллах, сказал, необходимо восполнить тот намаз. Это его мнение, да помилует его Аллах. Также к ошибкам наших сестер относится то, что они молчат, видя, как их мужья и дети не делают намаз. Молчат, когда муж кормит ее чем-то запретным. Сестра моя в Аллахе, твой муж не делает намаз. Где твоя реакция? Почему ты молчишь? Хорошо, что мне делать, шейх? Начни с увещевания. Ты мой муж, отец моих детей, мой любимый. Я не хочу, чтобы завтра ты попал в гиену. Почему ты не делаешь намаз? Разве Аллах не дал тебе жену, имущество, здоровье, детей? Разве Твой Господь не приказывает тебе? Твой Господь, твой Создатель. Разве Он не приказывает тебе делать намаз? Разве в намазе есть что-то сложное? О раб Аллаха, нежно, мягко, с любовью, скажи ему, и он начнет делать намаз инша Аллах. В земном поклоне делай много дуа. О Аллах, наставь моего мужа. О Аллах, сделай его одним из совершающих намаз. О Аллах, сделай его одним из смиренных. О, Аллах, сделай его одним из тех, кто постоянно пребывает в мечетях. Не молчи. Это обязательно необходимо, чтобы ты что-то ему сказала. Также и дети. Я испытываю скорбь, видя мать, которая не напоминает своему ребенку об Ахирате. Если он провалит один из мирских экзаменов, она может бить себя по щекам и лить слезы. Но этот ребенок вообще не делает намаз. Он не сделал ни одного раката за всю свою жизнь. Почему ты не злишься на него за это, сестра моя? Почему ты не поговоришь с сыном? Также и дочь, она не делает намаз и не носит хиджаб. Где ты, о раба Аллаха? Ты ответственна за это. Клянусь Аллахом, женщина также является пастырем в доме своего мужа. Она ответственна за свою паству. Сюда же относится и молчание женщины, когда муж кормит ее чем-то запретным. Бывает так, что женщина постоянно не удовлетворена своей жизнью, все время смотрит на других. Она возлагает на мужа то, что он не в состоянии сделать. Он может получить запретные деньги, только чтобы насыдить ее. Пусть Аллах помилует то время, когда женщина говорила своему мужу, когда он выходил из дома на работу: Побойся Аллаха в нас, не корми нас харамом. Воистину, мы вытерпим жар голода, но не сможем терпеть жар огня. Твой муж кормит тебя деньгами, взятыми из ростовщических процентов. Почему ты молчишь? Ты знаешь, что твой муж взяточник. Почему ты ничего ему не говоришь? Ты знаешь, что твой муж занимается харамом, кормит тебя и детей харамом. Почему же ты молчишь? Ты обязательно должна что-то сделать. Также к ошибкам наших сестер, даже если в этом вопросе и есть разногласия, относится невыплачивание ими заката с украшений, чье количество достигло Нисаба минимального количества, начиная с которого надо платить закат, и с момента владения которыми прошел год по хиджре. На самом деле в этом вопросе есть разногласия. Джумхур, большинство ученых сказали, что не надо платить заказ украшений. Но имам Абу Ханифа, Аль-Хаттаби, Ибн Хазм и некоторые наши современники, как Ибн Бас, Ибн Усаймин, все они сказали, что ваджибом, обязательным для женщины, является выплачивать закат с ее украшений, если их количество достигло Нисаба и прошел год по хиджри. 85 грамм золота, 24-й пробы, или 97 грамм золота, 21 пробы, или 113 грамм золота, 18-й пробы. Если у тебя появились эти украшения, и с момента их владения прошел один год по лунному календарю, то ты должна будешь выплатить за них закат. Так сказал Аль-Хаттаби, Абу Ханифа и Ибн Хазм. У них есть много доказательств. Аль-Хаттаби сказал, из Корана и Суна это явно видно, об этом свидетельствуют предания. И на всякий случай лучше выплачивать украшения закат. И сейчас мы не будем говорить об этом подробно. Также к ошибкам наших сестер в этой сфере Относится настаивание на том, что в состоянии ихрама на хаджи и умри нужно носить белую одежду. Можно ли шейх ходить женщине в состоянии ихрама в белой Абае? Да, можно. Да, можно. Это не ошибка и не грех. Однако другие цвета более предпочтительны. Более предпочтительно, чтобы ты надела все черное, о раба Аллаха. Я сейчас говорю об убеждениях. Некоторые женщины считают, что храм будет действительным только в белой одежде. Нет, он действителен в одежде любых других цветов. Войди в храм в черной одежде. Ты также можешь быть в состоянии храма в одежде других цветов, помимо белого и черного. Так? Аиша вошла в храм в желтой одежде. Но убеждение, что в храме можно находиться только в белой одежде, неверное. И предпочтительнее будет одеть что-то не белое. Да. Затем есть многие нарушения, касающиеся одежды женщины. Самая большая ошибка наших сестер в одежде – табаруч, выставление на показ своей красоты. Это когда женщина не носит хиджаб, открытие, обнажение частей тела. Господь Миров говорит в своей священной книге, Оставайтесь в своих домах. Не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. Клянусь Аллахом, даже Абу ахаб не хотел бы, чтобы его дочь выходила перед мужчинами в купальнике, как, к сожалению, ходят некоторые мусульманки на пляжах даже если их не так и много. Может ли кто-то представить, как Абу Джагаль разрешает своей дочери надеть лосины в обтяжку? Они были настоящими мужчинами. Да, они были каферами, но арабы имели врожденное чувство мужественности и ревности. Что случилось с мужчинами в наше время? Как муж может разрешать своей жене ходить в непокрытом виде перед мужчинами, когда обнаженных частей ее тела больше, чем покрытых, как мать может разрешать своей дочери выходить в топе, обнажающим живот и спину в штанах, врезающихся в тело? Что случилось? Что случилось с нашими фитрами, врожденными чувствами? Они сгладились? Где ревность? Где сознание собственного достоинства? Где мужество? Где наша горячая кровь, текущая по венам? Что за удивительная холодность? Не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. Женщина во времена Джагилии ходила с открытой головой, обнажала верхнюю часть груди и часть голени чтобы показать свои ножные браслеты. Аллах сказал, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. В наше время, когда кто-то одевается так, как женщины наряжались во времена первого невежества, про нее говорят, это скромная женщина. Она носит длинную одежду, она скромная. Имам Ахмад привел в своем муснаде следующий хадис, и он хороший и достоверный. Умейма бинт Ракика, да будет доволен ею Аллах, пришла к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы дать ему притягу о принятии ею ислама. Он сказал ей, Конечно, он никогда не пожимал руку посторонним женщинам. Присяга женщин давалась устно. Он сказал ей, «Я принимаю твою присягу. Слушай внимательно, уважаемая сестра. В присяге содержатся основные вещи, на которые пророк хочет обратить внимание. Он сказал, «Я принимаю твою присягу в том, чтобы ты никого не предавала Аллаху со товарищей, не крала, не прелюбодействовала, не убивала своего ребенка, не покрывала клеветой то, что между твоими руками и ногами, не оплакивала громко умерших и не наряжалась так, как наряжались во времена первой джагилии. Смотри, как пророк поставил Табаруч в один ряд с этими правилами, которые он заповедал женщинам. Не предавай никого со товарища Аллаху. Не делай ширк, не прелюбодействуй, не кради, не причитай над покойником. Не наряжайся так, как во времена Джагилии. Не убивай своего ребенка. Он сказал, и не наряжайтесь так, как наряжались во времена первой Джагилии. Почему? Потому что табарруч — это разрушение умы. Раздевание и обнаженность женщин привлекает беды и катастрофы. Враги ислама хорошо сыграли на чувствах женщины, нашептывая ей на ухо, выйди из своего дома. Ты — неизрасходованная энергия. Женщина — это половина общества. Выйди. Необходимо, чтобы плечо девушки соприкоснулось с плечом юноши. Выходи. И она вышла из своих покоев, из своего дома. Она вышла и стала ходить там же, где и мужчины. Стыдливость уменьшилась у всех, кроме тех, кого помиловал Аллах. Затем они стали нашептывать ей в ухо. «Что это за черная абая, которую ты носишь? Что это за палатка? Что за отсталость?» И она сняла свой хиджаб. Они нашептывали дальше, «Выйди, смешайся с мужчинами, работай». Они не переставали внушать эти мысли, пока женщина не стала прислугой в самолетах, служанкой в гостиницах и барах. Я говорю «прислуга». Прислуга – это правильное название этой работы. Прислуга в самолетах. Что делать стюардесса? Прислуживать пассажирам. Прислуга в самолетах, прислуга в гостиницах и барах. Они не отставали, пока женщина не появилась на пляжах, прикрывая лишь то, что обязательно надо прикрывать и что стыдно показывать маленькой тряпочкой, обнажив все остальное тело. Они сказали «сейчас ты наконец-то стала прогрессивной». Это и есть настоящая цивилизация и прогресс. Я удивляюсь, когда открытая женщина идет и говорит: Этот Никаб не из религии, а также не относится к личной свободе. Свобода одного человека заканчивается у свободы других, а мне противен вид Никаба. Хорошо, женщина, ты ходишь голая, и никто тебе ничего не говорит? Да, хорошо, я свободна, но все равно мне не нравится вид той одежды. Ты можешь видеть, как старуха, старая карга, времен правления царя Минеса, говорит такие вещи. Что это? Что вы хотите от женщины? Женщина жаловалась вам на никаб? Жаловалась ли она на хиджаб? Валлахи, она не жалуется. Она не требовала от вас, чтобы вы говорили от ее имени. Муслим, да помилует его Аллах, привел в своем сахихе хадис от Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал, «Два вида обитателей огня я еще не видел». Два вида обитателей огня я еще не видел. Это мужчины с плетьми, которые подобны бычьим хвостам и которыми они избивают людей. Люди, стегающие плетьми, которые несправедливо бьют людей. Мужчины с плетьми, которые подобны бычьим хвостам. Он возвещает им о том, что они будут в огне. Мужчины с плетьми, которые подобны бычьим хвостам, и которыми они избивают людей, и женщин, являющиеся одновременно и одетыми, и обнаженными. Почему? Потому что обнаженная часть больше, чем одетая. Она и не одета полностью, и не полностью ногая. Женщины, являющиеся одновременно и одетыми, и обнаженными, отклоняющимися и отклоняющими. То есть те, которые ходят горделивой походкой, когда носят высокие каблуки, уважаемая сестра, женщина идет и стучит каблуками. Наш Всевышний Господь не спасал аят о женщине, которая носила украшение на ноге и стукнула ногой по земле. Украшение сотрясалось на ее ноге, и мужчины обернулись на нее. Всевышний Аллах сказал, «И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают». Женщина одевает высокий каблук, стучит им по земле. Ты невольно будешь ходить, Хромая утка. С таким каблуком ты невольно будешь ходить горделивой, раскачивающейся походкой, отклоняющимися и склоняющимися, говорили, что имеются в виду женщины, склоняющие свои плечи. Другие сказали, нет, отклоняющиеся и склоняющиеся это те, кто склоняется к мужчинам, и мужчины склоняются к ним. Почему мужчины? Кому ты хочешь показать свое тело? Зачем ты так делаешь? Кого хочет такая женщина? Она склоняется к мужчинам, и мужчины склоняются к ней из-за ее обнаженности. Отклоняющиеся и склоняющиеся, головы которых подобны свисающим верблюжьим горбам. Все свои волосы они собирают сверху на голове головы которых подобны свисающим верблюжим горбам. Они не войдут в рай и не ощутят его благоухание, хотя благоухание его Непременно будет ощущаться уже на таком-то и таком-то расстоянии. 40 лет. Самая большая ошибка женщины в плане одежды, если она не носит хиджаб. Если она выставляет на показ свою красоту. Женщине обязательно нужно носить хиджаб. Хиджаб ⁇ это обязательность, фарт для каждой женщины, у которой есть менструация. Девочек необходимо приучать хиджабу еще до того, как у них наступит менструация. У хиджаба есть условия. Первое условие, чтобы он покрывал все тело или все тело, кроме лица и кисти рук. Разногласия в этом вопросе среди ранних и современных ученых известно. Чтобы хиджаб закрывал все тело либо все тело за исключением лица и кисти рук, по этому поводу есть известные разногласия. Я говорил, что к ошибкам наших сестер относится то, что они не придерживаются правильного по шариату хиджаба. Шариатский хиджаб имеет свои условия. Первое условие ⁇ чтобы хиджаб закрывал все тело или все тело за исключением лица и кистей рук, согласно известному разногласию между учеными. Второе ⁇ чтобы хиджаб сам по себе не был украшением. Хиджаб сделан для того, чтобы скрывать красоту. Поэтому невозможно, чтобы он сам по себе был красотой. Женщина одевает хиджаб золотыми, серебряными украшениями, вышивками, на талии пояс, будто это невеста на свадьбе. Это не хиджаб дочь моя, это не хиджаб. Некоторые ведущие выходят в хиджабе от такого-то дома моды. Это хиджаб? Ты носишь призрачный хиджаб дочь моя. Такому хиджабу самому нужен будет хиджаб. Мы проводили лекцию под названием «Хиджаб, выставляющий на показ красоту». В течение часа я говорил о таком развратном хиджабе. Хиджабе не должно быть украшений. Да, хиджаб не должен быть украшением сам по себе. Аль-Хаким и Ахмад привели достоверный хадис, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал, не спрашивай о троих, то есть из-за их погибели. О троих даже не спрашивай, то есть не спрашивай о них из-за того, что они погибли. Человек, оставивший общину мусульман, ослушавшийся своего имама и умерший в ослушании. Это человек, который вышел против правителя мусульман, оставил джамаат, покинул нашу умму. Раб или рабыня, которые сбежали от своего господина и умерли. Раб ослушался своего хозяина и убежал от него после чего умер. Этот человек гиблый. И женщина, муж, который обеспечивает ее, когда как она в его отсутствии наряжается и выходит из дома. О них даже не спрашивай. О них даже не спрашивай. Третье условие хиджаба, чтобы он не был тонким. Он должен быть из тяжелой ткани, не должен быть прозрачным или просвечивающимся, чтобы женщина не была одетой и в то же время раздетой. Она носит длинную одежду, это правда, но ткань слишком тонкая, из-под которой просвечиваются ноги, спина, руки и так далее. Это не хиджаб. Хиджаб должен быть толстым, тяжелым и не просвечиваться. Четвертое. Чтобы хиджаб был широким и просторным, не обтягивал. Сестра носит абаю, а на талии пояс. Видно, где талия, где остальные части тела. Что это? Это хиджаб? Дочь моя, хиджаб должен быть просторным, не обрисовывающим форму тела. Это не хиджаб, о раба Аллаха. Меня раздражает, как некоторые молодые проповедники последовали за людскими страстями. Не проблема, это красиво, хорошо. Это шаг на дороге, который ведет к погибели. Раб Аллаха, пример для подражания, не может быть плохом. Пример может быть только в благом. Сын мой, молодой проповедник, любимый мой брат, не спеши к людским страстям. Представляя религию ислам такой, какой она была неспослана на пророка Мухаммада. Всевышний Аллах сказал: Скажи, истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для беззаконников огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу или осадку масла, который обжигает лицо, мерзкий напиток и скверный обитель. Да ладно тебе, шейх. Раньше она вообще ходила в джинсах. Да, я знаю, что это неправильно, но все равно это хорошо. Нет, это нехорошо. Сначала она делала. Грех, это было неправильно. Сейчас она также делает грех и при этом думает, что носит такой хиджаб, который носили Айша и Хавса, потому что ты испортил ее убеждение. Религия нашего Господа такая, какая была неспослана на пророка. Четвертое, чтобы хиджаб не был умощен духами. Женщина душится, а потом выходит из дома. Это запрещено. Анасай, Абу Дауд, Ат-Тирмиди и другие привели хадис с хорошим иснадом от Абу Мусы аль-Ашари, да будет доволен им Аллах. Который сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, какая бы женщина ни надушилась, а затем прошла мимо людей так, что они почувствовали ее аромат, она прелюбодейка. Это слова Пророка. Тут приходит другая старая корга и говорит: Как это возможно? Это невероятно. Ислам, религия красоты. Я скажу ей, женщина, так сказал посланник Аллаха. Не надо разглагольствовать просто так. Говорите: сказал Аллах, и сказал Его посланник. Имам аль хейфами сказал, в Аззавачер. Вторая часть, страница 37. Выход женщины из ее дома надушенной и приукрашенной ⁇ один из больших грехов. Даже если ее муж приказал ей так выйти. И даже если она так вышла для своего мужа. Ты выходишь из дома, надушилась, украсила себя чем-то, чтобы идти рядом с ним. И чтобы он бы тобой гордился и восхищался. Есть такие мужчины, которые не мужчины. Ты слышишь мои слова, дочь моя? Повиновение мужу должно быть благом. Нельзя повиноваться созданию, слушании создателя. Пятое. К условиям. Шариатского хиджаба, которым доволен наш Господь, относится то, чтобы он был длинным, чтобы он, как минимум, закрывал ступни ног. Плотный, широкий и длинный. Длинный. Сегодня некоторые одевают джинсы, а поверх что-то типа удлиненного плаща. Что это? Что это у раба Аллаха? Туника. Да, туника. Это называется туникой. Джинсы, обтягивающие голени и бедра, а сверху туника. И все. Я ношу хиджаб. Кто это тебе сказал? Это не тот хиджаб, который нам приказал наш Господь. Хиджаб должен быть длинным. Когда мать правоверных Ум Саляма услышала слова пророка о волочении Изара по земле и об угрозе тому, кто так делает, она спросила о женщинах. А что же делать женщинам с их подолами? Да До куда должна быть женская одежда? Он ответил ей, пусть опускает подолы одежды на пять. Женщина носит одежду, которая спускается на пять от середины голени. Она сказала, тогда будут открываться их ступни, о посланник Аллаха. Когда они будут ходить по лестнице или что-то еще, тогда он ответил, в таком случае пусть опускает подолы на локоть, но не больше. Женщина отпускает одежду на локоть. Откуда считать локоть? От середины голени. Одежда может волочиться за ней по земле. 5 сантиметров, 3 сантиметра и так далее. А то, что носят некоторые, это не Хиджаб. шестое, чтобы хиджаб не был похож на мужскую одежду, так как Пророк, мир ему благословение, Аллах сказал, Аллах проклял мужчин, подражающих женщинам и женщин, подражающих мужчинам. Хадис привел Аль-Бухари. седьмое, чтобы хиджаб не был похож на одежду неверных женщин. Нам запрещено подражать каферам в их поклонении, их праздниках и в их одежде. Мы отличаемся от них во всем. Мы отличаемся от них. Потому что подражание во внешнем виде порождает одобрение их дел, нравственности и сердец. Поверь мне, если я надену спортивный костюм, как я буду себя ощущать африканским бомбардиром? Если я надену спортивный костюм, то буду как капитан футбольной команды. Если я надену спецовку, люди скажут, инженер, если я надену твою одежду, то между нами будет больше соответствия, чем с другими. Поэтому я прошу проповедников, у того, кто призывает к Аллаху, должен быть соответствующий вид. У того, кто призывает к Аллаху, должен быть соответствующий вид, не проявляя в этом вопросе небрежность, да благословит вас Аллах. Последнее из условий шариатского хиджаба, чтобы одежда не привлекала к себе внимания. Есть украшения на одежде, которые выделяют девушку из общей толпы как будто бы она на свадьбе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал, кто одевал в этом мире одежду для привлечения всеобщего внимания и высокомерия, того в день воскресения Аллах оденет в одежду унижения, а затем разожжет на ней огонь. Хадис привел Абу Дауд, и это хороший достоверный хадис. К ошибкам наших сестер в одежде относится и то, что они носят высокие каблуки. Они могут носить настоящий хиджаб и даже не кап, но вместе с тем носить высокий каблук. Идет и качается в своем хиджабе. Как это, дочь моя? Знаешь ли ты, кто первым изобрел высокий каблук? Женщина из Бану Исраиль, еврейка, она была маленького роста, меньше, чем две ее подруги. Она надела каблуки, чтобы быть выше них и привлечь внимание мужчин. Будешь ли ты подражать еврейке? Раба Аллаха, не носи высокие каблуки. Это даже вредно для здоровья. Врачи говорят, что каблуки вредны для позвоночника. Также к ошибкам женщин в этой сфере относится раскрытие своего аурата на свадьбах, снятие хиджаба для возбуждения фитни вне дома. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит в достоверном хадисе, приведенном имаму Ахмадом. Та женщина, которая сняла свою одежду не в своем доме, разрушила завесу между ней и Аллахом также одна из ошибок моих сестер отсутствие предусмотрительности, когда ее могут увидеть посторонние мужчины. она носит никап, кап, но ей ничего не стоит открыть дверь квартиры, облокотиться так и разговаривать со своей соседкой без хиджаба. соседи спускаются, поднимаются и видят ее. она действительно носит хиджаб, но может выйти на балкон без хиджаба, чтобы повесить постиранные вещи, а люди будут смотреть на нее с улицы. это хиджаб, дочь моя, хиджаб. это прежде всего поведение, а не просто одежда. женщина носит хиджаб, но с смеется с продавцом и жестикулирует, когда что-то покупает. Это хиджаб, хиджаб, это поведение, дочь моя. Где твоя воспитанность? Где опущение взора? Где тихий голос? Женщина носит хиджаб и никаб, но выходит на улицу без носков и перчаток. Хорошо, если ты носишь никаб, пусть все твое тело будет авратом. Кисти рук не авра? Или женщина в хиджабе носит перчатки и носки, но свободно общается с мужчинами, размахивает руками и жестикулирует перед продавцом. Наш Господь сказал, и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. Так бойся Аллаха, о раба Аллаха. Женщина в хиджабе спускается в лифте наедине с соседом. Это запрещенное исламом уединение, временное уединение. Так делать нельзя. Пусть он один едет в лифте, и ты заходи в лифт одна или с женщинами, или пусть с тобой будет махрам, если ты идешь с мужем, сыном, братом и так далее. Если же ты одна с посторонним мужчиной, так делать нельзя. Это недопустимо, о раба Аллаха. Также Нежность в речах. Ты слышишь, каким нежным голосом она разговаривает с посторонним мужчиной? Если у тебя нежный голос, твой Господь тебя так создал, то проблем нет. Некоторые братья сказали, что если у женщины изначально нежный голос, то пусть она положит тряпку себе в рот. Это очень странные слова. Я не знаю, откуда они их взяли. Мы же сейчас говорим о женщине, которая делает голос нежным, смягчает его, жеманно разговаривает с мужчинами. Например, ведущая. Разве она говорит «дамы и господа» с таким же жалостливым выражением «нежность в речах»? Всевышний Аллах говорит «О жены пророка, вы не таковы, как любая другая женщина». Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах. Почему? Дабы не вожелал вас тот, чье сердце поражено недугом. Иногда ухо влюбляется раньше, чем глаз. Есть люди, чьи сердца поражены недугом. Так бойся же Аллаха, о раба Аллаха, а говорите достойным образом. Таковы некоторые ошибки наших сестер в плане одежды. Разговор можно продолжать. Мой брат-постановщик говорит, все, время передачи закончилось. Я прошу Всевышнего Аллаха принести нам пользу всем, что мы сказали и всем, что мы слышали. Я сказал все, и я прошу прощения у Аллаха для себя и для вас. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.